Ну, да. Я думаю, что должно быть много желтого. И оранжевого. Оранжевого, розового. Да. Розовый относительно не розовый, но какой-нибудь бирюзовенький. Такой бирюзовенький. Да, красного. Вау, so much white. So much. Даже не думаю, что только краски на меня уйдет. Чтобы талия была. Ну, то сейчас ты распустишься, мне нарисуешь талию. Марш большую. Вот такие завитушечки и супер. Немножко, конечно, много, но... Это не принципиально вообще. Похоже на гжель, знаешь. Вот так со стороны. Ножка, ножка-то есть, да? Вот ножка. Я вот и так думаю, надо же, я так удивилась, думаю, это же юбка или ножка. Нет, это ножка. Цвет вообще-то тоже желтый. Какой? Кожа, по-моему, слишком белая. Нет? Мы же не сегодня закончим. Нет, мы не закончим сегодня. Ты что? Мы будем еще писать? Шутишь? Сегодня мы не заканчиваем. Я шучу. Мне надо же будет потом все это выписать. Я сейчас просто накладываю. Если ты хочешь так, как я пишу себя, то могу закончить прямо сейчас. Себя я люблю писать так, парну. Ну, чик-чик-чик-чик. Если настроение придала, я его оставлю. А ты будешь детали писать? А потом еще не могу детали писать? Ну, лучше расскажи о том, какие у тебя ассоциации, впечатления. Нравится, не нравится, что ты чувствуешь? Ассоциации, впечатления, ты знаешь, когда я познакомилась с Потоцким, я хотела картину с себя. Вот. Угу. Ты знаешь, мне кажется, что это она. Это? Ну, я рада. Поэтому у меня вот такие ощущения. Представляешь, сколько лет должно было пройти и сколько всего должно было случиться, чтобы вот это она состоялась. Я бесконечно благодарна Богу, что я ученица Потоцкого Григория Викторовича. Представляешь, да, то есть... Когда же я с ним познакомилась, то есть вообще не знала, что есть любовь на свете. И уж точно я не могла представить, что вот так можно попросить там что-то добавить, что-то прибавить, убавить. И что все уже нельзя. Ну, у Потоцкого сложно. Вот, цветы. Это такая копилка. Краски.
Сегодня, кстати, 25 марта. А, да, извини. 25 марта 2010 года. Ну, это для истории. 25 марта 2010 года. О. Для истории картина. Сегодня просто замечательный день, кстати. Пальчик подлиннее не сделала, Любочка. Сделала? Сейчас постараюсь сделать подлиннее твой пальчик. Угу. Вау. Вот она. Ну, чуть подлиннее, да? По-моему, ты увеличила. А, вот теперь, да. Шаю. Уезжает. Какая лапочка. Угу. Вот, слушай, один мазок и все получается. Ха. Как вообще, у меня так быстро не получается. Сейчас еще чуть-чуть. Рука уже дрожит, кстати. Нанюхалась. Все, закончили. Еще снимаем. Нет, с картиной.